уже неоднократно отмечалось необходимость создания зоны защиты ядерной безопасности над Запорожской атомной электростанцией. Стало известно, что глава ядерного надзора органов ООН встретился с российской делегацией в Стамбуле в среду, чтобы обсудить вопросы безопасности на Запорожской атомной электростанции, которую контролируют российские оккупанты. Об этом сообщает СМИ. Запорожская АЭС вновь подверглась российским обстрелам на выходных, что привело к новым призывам Международного агентства по атомной энергетике создать вокруг нее защитную зону для предотвращения ядерной катастрофы. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с российской делегацией во главе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым сегодня в Стамбуле для консультации по операционным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской атомной электростанции в Украине, и о срочном создании зоны защиты ядерной безопасности, говорится в сообщении МАГАТЭ. Гросси в течение нескольких месяцев предупреждал о риске потенциальной катастрофической аварии из-за обстрелов.